Накануне у наших уральских соседей в крупном башкирском городе Салават, в пятиэтажке на Ленинградской, 59, в квартире старушки «Божий одуванчик» взорвался самогонный аппарат. 69-летняя пенсионерка была слегка контужена и с некритическими ожогами, хотя пожара на кухне и не было, попала в больницу. Момент взрыва попал под прицел уличных камер наблюдения и потряс не только жителей пролетарского города. А он, согласно открытым источникам, с полным основанием, считается родиной гептила, горючего для жидкотопливных ракет. В Салавате единственный в стране химзавод, производящий этот самый гептил. Может, оттого в этом суровом городе даже пенсионерки втихушку гонят злую самогонку. На кухне во время хлопка, по версии пожарных, ставшего средством разгерметизации самогонного агрегата, оплавился подвесной потолок. От могучей ударной волны деревянные рамы остекленного балкона как ветром выдуло. Деревянные обломки и осколки стекла рухнули на асфальт, травмировали сосенку под окнами и помяли крышу припаркованного во дворе автомобиля «Форд Фокуса», разбив ему лобовое стекло. В момент самогонного взрыва во двор пятиэтажки на Ленинградской въезжал кроссовер, который просто чудом не был контужен обломками и осколками. Нетрудно предположить, что после выписки из больницы пенсионерка завяжет с этим мутным делом. Ведь самогоноварение еще никого до добра не доводило.